Депутаты городской думы проводят уроки мужества для школьников. Детям рассказывают о параде памяти, который пройдет 7 ноября на площади Куйбышева. Репортаж об одном из таких уроков подготовила Елизавета Прокопенкова. В преддверии парада памяти в самарских школах проходят уроки мужества. Детям рассказывают историю памятного мероприятия, посвященного шествию 1941 года на площади Куйбышева. Тогда участие в параде приняли больше 25 тысяч военных и свыше 170 тысяч трудящихся. Прямо с парада участники уходили на фронт. Внеклассный урок, посвященный тем событиям, провели депутаты городской думы. Для Самары знаковое событие, потому что это для нас почетная такая история нашего закрытого города Куйбышева. Из-за нашего парада в городе Куйбышева, что в Великую Отечественную войну не включилась Япония и Турция. Уроки уже прошли в школах номер 150 и номер 98. Ученикам разных возрастов не только рассказали об истории родного города, но и показали документальный фильм о событиях нашего времени. Об этом нужно говорить постоянно, конечно, к месту, и на уроках, и общаясь, проводя какое-то общественное мероприятие, потому что без прошлого нет настоящего и нет будущего. Парад памяти пройдет в Самаре 7 ноября на площади Куйбышева. В мероприятии примут участие в том числе школьники-юноармейцы. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров. События.